В Оренбурге и пригородах, которые оказались завалены снегом после затяжных метелей, на расчистку дворов и улиц вышли кадеты, воспитанники президентского училища. Главная задача – помочь одиноким пенсионерам. Адреса курсанты взяли в городской службе соцзащиты. В ходе акции ребята поздравили с юбилеем и подарили цветы ветеранам Великой Отечественной войны. Хозяйке одного из домов исполнилось 90 лет. Мощные снегопады обрушились на регион в начале января и не прекращались почти 3 недели. Самая сложная ситуация была на трассе Оренбург. Орск.